По-настоящему весенняя погода располагала к прогулкам на свежем воздухе. Сотрудники Центрального парка совместно с активистами Молодой гвардии организовали мероприятие, в рамках которого провели профилактическую беседу и рассказали об основных правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций в общественных местах. Это важно, как и для взрослых, освежить какую-то память, потому что в школе это все рассказывали взрослым и подросткам, но освежить как-то нужно. Детям это, безусловно, нужно знать, потому что даже вот последняя трагическая ситуация, погибло много детей. Мало кто, видимо, знал эти правила, раз так все это произошло. Во время небольшой викторины участники могли проверить свои знания, отвечая на вопросы. Я думаю, что это прекрасно, что даже парки подключились вот к этому событию. Решили все-таки организовать такое мероприятие, ну и развивать общественную жизнь нашего округа. Это прекрасно. Я очень рад, что именно парки взяли это за, ну, за свою инициативу. Вот это мероприятие, оно проходит сегодня в 3 парках. После познавательной части все желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению бумажных журавлей. Творческое занятие особенно понравилось юным посетителям парка. Мы в садике делали такие поделки, делали такую лисичку, кораблик и самолетик такой же. Ирина Рожкова пришла на мероприятие вместе со своей большой дружной семьей, с мужем, сыном и 2 дочками. Погода прекрасная, решили выбраться прогуляться. Увидели, что здесь проходит мероприятие в честь памяти, решили присоединиться. У меня 3 детей, вот, им было очень интересно. Сделали журавликов в память погибших. Очень сочувствуем этой трагедии. Акция памяти журавлей прошла в этот день еще в 2 парках Видного – в Тимаховском и Расторгуевском. Наталья Буслаева, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.